Добрый вечер, уважаемые коллеги. Давайте проверим связь, как видно, как слышно. Кто у нас сегодня из каких городов? Я вижу с нами Брянск, Новый Уренгой. Так. Ростов-на-Дону. Пишут, слышно хорошо. Калининград, Тюмень, Чувашия, Тула, Пермь, Удинова, Полярный, Иркутск. Просто пишут все замечательно. Трубчевск, Тейково, Ноябрьск, Тамбов, Астрахань, Мордовия, Мариинский Посад, Новосибирск, Омск, Тюмень, Новокузнецк, Братск, Ступино, Ейск, Краснодарск, это Краснодарский край, Курган, Астрахань, Нововоронеж, Крым, Крым с нами, Пенза, Ярославль, Вологда, Красноярск, Пушкино, Московская область, Ижевск, Оренбург, просто написано так, Оренбург, Братск, так, Курчатов, Кагалым, город Северск, Ярцево, Воронежская область пишет так жарко, что хочется в Сибирь. У нас тут тоже очень жарко стало, наконец-то. Так, Екатеринбург, Кемерово, Челябинск, Нерюнгри, Башкирия, Орск, Беларусь даже с нами. Мордовия, Сибирь, отвечает, что у них тоже тепло. Ярцево. А вот в Полярном прохладно, ну, а то и не Полярный. Так, Краснознаменск. Хорошо. Давайте поговорим о подготовке к письменной части ЕГЭ. Имеем под этим в виду чтение, аудирование. Письмо, собственно говоря. Липецкая область, Минская область тоже с нами. Собственно говоря, попробуем с вами посмотреть, пишет, говорим о погоде, настоящее увлечение. Попробуем с вами посмотреть на исторический путь, который был пройден с нами с вами от МДТ, с теми учащимися, которые 11 июня пойдут на экзамены. Путь пройден от 10 класса с 1 сентября и до последней консультации. Попробуем с вами подумать о том, что же стоит сказать на последней консультации, потому что вроде уже все сказано, и что же еще говорить. Но консультация есть, поэтому говорить что-то нужно. Итак, давайте с вами посмотрим. Собственно говоря, Лев Николаевич Толстой как будто чувствовал, что в России будет и ЕГЭ, и приведу его такую цитату. «Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная самого главного. Если мы переведем это все на экзамен ЕГЭ, проведем аналогию, то получится, что важно не то, сколько тестов решено, а важно, как они решены, насколько они поняты, насколько ученики у нас освоили стратегию, тактику выполнения заданий ЕГЭ и вообще сдачи экзамена. И давайте с вами попробуем поговорить. Вот вы в течение 2 лет готовили нынешних 11-классников к экзамену. Что же, на ваш взгляд, самое сложное? Давайте поговорим об этом. Что же было самое сложное для них? Самое сложное для объяснения вам? Трудно давалось, вот что объяснить им? Сочинение, а поконкретнее? Говорение мы сегодня не говорим, поскольку мы говорим про письма. Ряд вебинаров, с удовольствием можно их посмотреть, можно посмотреть видеозаписи, можно посмотреть презентации, эссе, написание эссе, вот чуть более конкретно, кому-то грамматика тяжелее давалась, аудирование, вот аргументация очень сложный вопрос, действительно, структура эссе, введение заключения, четкое изложение мысли в абзацах, да, эссе обычно вот тяжело идет. Задание на словообразование, да. Интерпретация формулировки сочинения и подбор аргументов, да, аргументация в эссе.
это действительно сложно. Умение сжато формулировать мысли на английском. Да, временами это бывает трудно, особенно если на русском языке ребенок не косноязычен. Трудно выразить мысли на русском языке и ложиться в отведенное время, да. Выделение самого главного бывает сложным, да, действительно это есть. Аудио, силу бедного лексического запаса, не знает слов, не слышит их. Грамматика. Грамматика самый, на мой взгляд, несложный решаемый вопрос. Вот. Составление предложений. Угу. Так. В общем, как раз мы обо всем этом, получается, что у каждого свое, мы как раз обо всем этом сегодня поговорим. Какие стратегии, какие тактики, как готовить и что стоит прорабатывать именно, например, для решения вопроса лексического запаса или аргументации или контраргументации. А вот такой к вам вопрос. Давайте попробуем с вами проверить, насколько мы умеем хорошо давать аргументы и контраргументы. И для начала вот пойдем немножко от обратного. Я понимаю, что это будет. Но давайте попробуем. Если предложить такое высказывание, а зачем нам изучать иностранный язык в школе? Вот какие вы аргументы приведете за? Зачем изучать иностранный язык в школе? Расширить кругозор, путешествие. Угу. Изучить другую культуру, международный язык. Чтобы удачно выйти замуж, Оксана Сурина пишет. Да, действительно, очень многие так решают вопрос через английский язык. Общение, использовать будущие профессии, подготовка к будущей профессии для сдачи ЕГЭ. Общение в лагерях. Угу. Хорошо. В современных условиях для успешного человека это необходимо. А давайте теперь попробуем найти контраргумент. Вот именно к тем аргументам, которые вы высказали. Ну, возьмем каких-нибудь несколько. Например, идти в ногу со временем. Вот попробуйте найти контраргумент. Соответственно, что нужно изучать английский язык. Есть компьютерные переводчики, да, действительно. Сохранение своей культуры. Угу. Теперь нужен китайский. Кстати, в Беларуси китайский язык один из тех языков, которые входят в школьную программу. Если что, коллеги могут немножко подправить. За деньги, да, тоже вариант. Пропагай значимость родного языка, засорение родного языка. Французский изучайте, нет, это не будет контраргументом, потому что нету, собственно говоря, самой контраргументации. Большинство из выпускников с английским никогда не столкнутся в своей работе. Развернутый контраргумент, кстати говоря. За границей много русскоговорящих. Угу. Это будет краткий контраргумент. Не забывай голову дополнительным знанием. Отличный контраргумент. Так, ответ санкции. Да, вот пишет санкции. Не всем это нужно, да. Вот, возможно, так. То есть, одним из самых, подводя итог, сложных моментов у нас при написании эссе, это именно постановка аргументов, контраргументов, именно научить это, показать им, что такое развернутый аргумент, что такое краткий контраргумент. Это именно то, что мы должны очень хорошо им показать. Ну что ж, давайте теперь обо всем по порядку, немножко размялись, что, собственно говоря, настроились, кто-то, кто немножко опаздывал, нагнал и теперь с нами. Итак, порядок действий при подготовке к ЕГЭ. От общего идем. Постепенно и планомерно
изучение английского языка с параллельным знакомством с форматом ЕГЭ. То есть в 10-11 классе мы обучаем наших учащихся, и параллельно при помощи заданий, которые направлены именно, которые форматы ЕГЭ в учебнике, таких заданий я покажу некоторые, на самом деле их очень много, мы знакомимся с форматом ЕГЭ и начинаем готовить в 10 классе. В 11 классе, соответственно, количество этих заданий еще увеличивается. Дифференциация обучения в старших классах. Действительно, иностранный язык не пригодится, как пишет Мария. Не всем дано изучить иностранный язык. Язык есть те, кому действительно он не подвластен. Вы знаете, у одного моего коллеги, который занимался, ну, только репетиторством занимался, был ученик, которого он так и прозвал, простите, выдан с его акцентом, значит, за год обучения мужчина уже взрослый, ничего кроме «This is Борис» сказать не смог. Так на всю жизнь я запомнился этому репетитору под этим кодовым именем «This is Борис». Да, конечно же, «This is Борис», но вот у него Борис, точнее. Да, и такие бывают, действительно, соответственно, нужно дифференцировать с обучением в старших классах. То есть, возможно, давать раздельные задания, да, кому-то то, что попроще, чтобы какой-то базовый уровень на оценку был, кому-то для подготовки именно ЕГЭ. Также обучение по индивидуальным образовательным траекториям. Что имеется в виду? Допустим, если у вас какой-то ученик силен в аудировании, то, наверное, ему стоит в момент аудирования хотя бы через раз давать те задания, в которых он слаб, например, лексико-грамматического характера. А на старшей ступени образования учитель часто выступает в роли помощника. И это нужно не забывать, чтобы они были именно близки к вам, чтобы они вас слушали. Но с другой стороны, мы в 10-м и 11-м классе, вот вплоть до последнего месяца полутора, нужно, конечно, иметь некую строгость для того, чтобы они именно выполняли инструкции так, как их нужно выполнять, а не так, как им это пришло в голову, что тоже очень часто бывает. Определить проблемные области. Да, вот это тоже очень важно, именно у кого что западает, да, будем говорить немножко так, нашим профессиональным языком. Разговорным, но тем не менее это нужно отследить, объяснить причины, предотвратить возможные ошибки. Да, почему ошибаются, показать примеры. Да, учитель это тьютор, действительно, я об этом как раз и говорю, именно в 10-11 классе, особенно если учащиеся имеют достаточно морально высокий уровень. И показать, что можно сделать для того, чтобы предотвратить возможные ошибки. Развить стратегию эффективного выполнения заданий теста. Да, то есть познакомить его именно с стратегией выполнения конкретных заданий, познакомить его с тактикой, собственно говоря, выполнения всего экзамена, допустим, что кому-то бывают две версии, либо начинаем с простого, заканчиваем сложным, либо наоборот, кому-то намного проще начать со сложного, пока есть силы, потом закончить простым. Да, распределение времени, да, тактикой. Тактикой может быть именно то, что, чтобы не считать слова в эссе во время того, как идет мысль, как мы пишем его, научиться определять, сколько, какой объем страницы от страницы А4 занимает именно конкретным почерком необходимое количество слов. Да, это, ну, опытным путем каждый ученик должен запомнить. И после того, как вот он в это уложился, он уже будет видеть, где у него должен быть конец примерно, уже пересчитать слова на экзамене для того, чтобы все было правильно.
Расширение словарного запаса, конечно же, необходимо. Синонимы должны быть, поскольку если нет синонимичного ряда, есть только одно слово, оно может а, не подойти, б, оно может просто вылететь из головы в ходе стрессовой ситуации. Систематизация грамматического материала. Грамматику имеет смысл повторить для того, чтобы все в голове было. Вариантов использования всех возможностей тренировки. Это, допустим, Всероссийская олимпиада школьников и так далее. Коллеги, вот подскажите, пожалуйста, письма недостаточного объема, а также часть текста письма превышающий требуемый объем, не оценивается. Это образец задания из ОГЭ 2014. Вот, коллеги, скажите, пожалуйста, в этом году совсем нельзя превышать объем или, как раньше, 10% имеет право быть? Напишите, пожалуйста, в чате мне и для коллег. Вот, я знаю, что было 10%, как в этом году, вам виднее, честно могу сказать. Вот. Я думаю, что сейчас кто-нибудь подскажет. Да, 10% подтверждают. Вот, то есть плюс-минус 10%. Итак, почему Всероссийская олимпиада школьников и так далее, все тренировочные экзамены ЕГЭ? Опять-таки, конечно же, не все дойдут до Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном и даже городском уровне. Но попробуйте свои силы в школе, хотя бы с другим учителем, создать обстановку, похожую на обстановку во время экзамена ЕГЭ. Почему бы и нет? Кстати, получить оценку от другого учителя тоже очень полезно. Если пойдет выше, тем лучше, значит, будет больше уверенности в себе. Если в 10 классе что-то не удалось, соответственно, можно будет это откорректировать, показать со стороны. Опять-таки, если это какие-то экзамены, которые можно пройти как тренировочные, которые проводятся, не надо, надо объяснить ребенку, что нужно в этот день прогуливать. Это попробовать, чтобы научиться, собственно говоря, находиться в данной психологической ситуации и чувствовать себя комфортно и уверенно. Давайте посмотрим на средства подготовки к ЕГЭ в различных учебниках. И для начала в happyenglish.ru. Что там есть? Раздел «Exam Know-how», да, который показывает стратегию, рассказывает о том, как правильно писать эссе или выполнить какой-то другой раздел экзамена. Раздел «Grammar», в котором повторяется грамматика, на практически каждую минуту, каждому уроку идет. Есть секция, в которой все это объясняется. Также в happyenglish.ru заложено развивающее обучение, как утром говорили коллеги, которое готовит учащихся к жизни и, соответственно, готовит их к экзамену, поскольку экзамен – это очень важная часть их жизни. Нужно учитывать то, что в отличие от нас, мы с вами сдавали сначала экзамены в школе, там худо-бедно нам могли и помочь, даже если учили, что в советское время, ну, хоть чуть-чуть где-то на что-то закрыть глаза. Потом мы сдавали экзамены в институт. У нас фактически было две попытки. Если мы поступали в один, мы шли в другой. А сейчас у них таких попыток фактически нет. Им нужно, если что-то не удастся, им придется ждать целый год. И, конечно же, это привносит достаточно большое психологическое давление. Какие средства подготовки к ЕГЭ в New Millennium English присутствуют? Раздел Student Exam, где также даются стратегии, опять-таки у каждого автора свой авторский подход на то, как подать стратегии, что там описать, на что обратить внимание, но этот раздел присутствует. Reading, который помогает нам пройти задание на чтение с хорошим результатом.
раздел Grammar Reference, в котором, собственно говоря, повторяется также грамматика. Какие средства подготовки к ЕГЭ в Enjoy English у нас присутствуют? Раздел Learning Strategies, в котором, собственно говоря, также изложены стратегии подготовки, они присутствуют. Избыточное количество упражнений формата ЕГЭ, вообще в Enjoy English есть избыток упражнений, как авторы пишут, 70% книги вы должны пройти обязательно, 30% вариативная часть как раз на сильных учащихся, на тех, кто готовится к ЕГЭ. Все это присутствует, то есть вам не надо ничего искать. И обучающая компьютерная программа к учебнику для 10-11 классов, Enjoy English, обучающая компьютерная программа Enjoy English 10 и обучающая компьютерная программа Enjoy English 11, также в них заложены задания, форматы ЕГЭ, и они вносят, и у них есть еще функция самой проверки, то есть автоматически все будет проверено. Поэтому обращайте внимание, мы их не раз уже показывали, собственно говоря, используйте в своей работе. Итак, если мы говорим про знакомство с форматом и первичную отработку, например, для начала с аудированием, ну, как идет экзамен. New Learning English практически с первых страниц в 10 классе даются вот такие задания. To be. Listen to the interview and check whether your guesses were correct. Listen to... Listen to the interview again and decide whether these statements are true or false. Для начала, конечно же, дается без варианта not statement, но тем не менее уже наши учащиеся пробуют свои силы в экзамене, да, в задании формата экзамена, привыкают к ним, учатся работать именно с подобного рода заданиями. Также в New Learning English для 10 класса можно найти такое задание. Listen to the five cases and match the stories with the titles from above and all of the titles is not needed. One of the titles is not needed. Опять-таки, здесь эти тексты приведены как аудирование и как чтение, да, мы их можем увидеть. Мы привыкаем, с одной стороны, слушать, распознавать слова в потоке речи, а с другой стороны, мы и готовимся к заданию чтения, где нужно определить, собственно говоря, дать заголовок каждому из кусков текста. В Enjoy English для 11 класса можно уже встретить вот такие задания. Они будут отмечены в 11 классе значком Student Exam. Listen to the recording again and decide which of the speakers. И так далее. То есть нужно выяснить какую-то дополнительную информацию о... кто говорит. Екатерина пишет, задание true or false очень эффективное. Конечно, эффективное, поскольку они, собственно говоря, являются прямым форматом ЕГЭ, и, конечно же, их нужно тренировать. На них можно еще очень много тренировать, допустим, если это, как было представлено там, аудирование, именно понимание тех слов, которые, тех выражений, которые произносятся в устной речи. Как и обещал, Learning Strategies, например, на чтение, все Learning Strategies в Enjoy English расположены в аппендиксах, допустим, аппендикс 2. И идет такая интересная авторская подача. How to deal with the reading test questions? Да, то есть как договориться с тестом части чтения. Да, и дается, соответственно, дальше инструкция. Вот пишет, трудно идет разница между false и not stated. Но тем не менее, если вы сначала выполняли задание без not stated, потом с not stated, должно постепенно привиться понимание того, где что и как.
А в happyenglish.ru для 10 класса тоже можно найти интересные задания, например, вот это. Read detailed advice on writing series and match each piece with the heading. Да, то есть нужно найти заголовки к абзацам, расположенным ниже. Очень интересное задание, чаще с удовольствием его выполняю, поскольку текст интересный. Собственно говоря, да, извините, это из 11 действительно класса. Вот, и, собственно говоря, я учащийся очень хорошо понимаю. Которая работает, сразу видит, а я как-то не заметил, когда расставлял, собственно говоря, картинки. Спасибо, что поправили. Итак, в English для 11 класса мы можем встретить вот такое задание. Сейчас приближу. Read the text bill and match the topic sentence with the a paragraph of the text. То есть, опять-таки, нужно расставить абзацы. В самих абзацах есть выделенные слова, которые тоже нам помогают сориентироваться, какое название лучше подойдет. Опять-таки, но здесь еще нету лишнего, собственно говоря, названия, поэтому немножко проще, мы еще только подходим постепенно к обучению, а не к тренировке напрямую заданий. Да, то есть мы учимся распределять название к каждому абзацу, соответственно, выявлять ее главную суть. В happyenglish.ru для 10 класса в рабочей тетради можно найти вот такое задание. Put the verbs in brackets in the right form. Translate the text into Russian in written form. Что интересно? Интересно то, что, во-первых, задание формата ЕГЭ нужно расставить слова в скобках в необходимой форме грамматической. Во-вторых, то, что не нужно перевести на русский язык. Что это дает? Да, это занимает достаточно много времени, и это будет скорее домашним заданием. Перевод на русский язык помогает им научиться улавливать главную мысль, когда они что-то читают. Не путать времена, поскольку очень часто поставили в одно время, потом по тексту перешли в другое время, а это было не нужно. Собственно говоря, почему? Потому что неправильно... Да, сложность при употреблении фразового глагола тренируется. Можно проводить аналогии с русским языком, тогда будет намного проще. Именно поэтому предлагается перевести это данное задание письменно. А в Minimum English для 10 класса можно еще встретить вот такое задание. Match the words from the speech with the definitions and answer the questions. Да, мы учим определение конкретных слов, чтобы они знали те определения на английском языке, но не заучивали. Вот слово «заучивание» вообще очень сильно не люблю, оно сразу всех отпугивает. Вот пишет Соломкина Любовь. В учебниках задания в формате ЕГЭ простые, а реальные задания ЕГЭ очень и очень сложные. Так мы говорим о подготовке во время урока. У нас будет дальше часть, которая будет называться подготовка именно дополнительная. И там, поверьте, уже задания будут совершенно другие. На уроке нам важно приучить их к формату, научить их с ним справляться, чтобы это было все успешно. Учебник несет в себе определенные задачи. Даже если вы, кстати, не занимаетесь по этим учебникам, по тем или иным причинам, ничто не мешает вам, чаще всего у вас есть библиотека, взять их, проработать данные задания, начать с простого, перейти к более сложному. Тем более, в основном, я сейчас показываю 10 класс. В 11 классе можно встретить вот такое задание, сейчас немножко приближу. Complete the sentences with the correct forms of the words at the end of the lines. Follow these steps. Да, есть шаги, есть, собственно говоря, как стратегия. Это задание по... экзамен. Даже
собственно говоря, визуальная подача упражнения схожа с форматом ЕГЭ, где слова выписаны большими буквами справа. Нужно расставить слова, нужно использовать стратегию, которая предлагается, и тогда все точно получится. В письменной речи давайте посмотрим. В New Learning English мы можем знакомиться, собственно говоря, с подготовкой к эссе вот таким способом. Belonging to a group for and against. Work in groups of three or four and follow steps. Даются шаги, которые помогают решить, что конкретно, да, мы работаем группой. Работая группой, можем, собственно говоря, позаниматься и проработать все необходимые вещи, которые будут нам нужны для ЕГЭ. Вот, Елена Заборова пишет: не все ученики сдают ЕГЭ, меня устраивают задания, порой несложные, даже очень. Да, конечно же, собственно говоря, учебник, он носит в себе достаточно усредненную. Так, сейчас сделаю покрупнее. Сейчас вот, так, секунду. Вот так вот будет видно. А пока прокомментирую. Собственно говоря, учебник, он носит в себе усредненный подчас вариант, поскольку вот, хорошо. Поскольку, собственно говоря, мы обучаем всех наших учеников, кому и опять-таки не всегда есть возможность дифференцированное обучение вести, поэтому, чтобы все могли выполнить задание, нужно познакомить именно с форматом. Но это не значит, что они должны быть обязательно сложными. Вообще сложность заданий не увеличивает качество. Почему? Собственно говоря, потому что они сложные, есть отвлекающие моменты. Для начала все-таки имеет смысл познакомиться с стратегией и с тактикой выполнения тех или иных заданий. А это проще сделать на простых примерах. Так, вот не всегда совпадает формат эссе учебника с форматом ЕГЭ. Опять-таки учебник универсален, такие задания помечены, соответственно, которые в формате ЕГЭ, какие не в формате ЕГЭ. Так вот, возвращаясь к сложности заданий, если мы с вами вспомним наши с вами уроки математики, себя на математике, вот ужасные времена, сразу как могу сказать лично по себе, то помните, да, никогда никакие уравнения не решали сразу сложными примерами. Не решались с примеров попроще, а потом уже усложнялись. И каждый находил свой, свой предел. Вот Сергей, Ольга пишет: путаем учеников, пропускайте эти задания, в конце концов, в зависимости опять-таки от учебника. Если вы уже English, можете совершенно спокойно их пропустить, поскольку авторская концепция это заложено. Да, собственно говоря, от простого к сложному, и тут нет ничего нового. Итак, вот еще одна часть, собственно говоря, этой стратегии. Можно, я думаю, что в библиотеке найти, попробовать это проработать, интересные задания. Собственно говоря, с ними намного проще потом каждого учащегося к эссе. В happyenglish.ru есть раздел Exam Know-how, как я уже говорил, и авторским подходом было решено писать все на русском языке. В этом, кстати, есть тоже своя соль, своя изюминка, поскольку подчас это проще, поскольку, как я всегда говорю, не стоит объяснить грамматику на английском языке. Английскую грамматику это лишнее. Вот, поэтому стратегии есть. Например, что в этой стратегии можно найти? Эссе с аргументацией за и против. Сейчас еще чуть крупнее сделаю. При написании этого типа эссе вы описываете проблему как сторонний наблюдатель. Структура эссе: вступление и постановка проблемы, тезисы, аргументы за, тезисы, аргументы против, заключение с выводом.
Вот, структура эссе, вступление, постановка проблемы, аргументы в пользу своей точки зрения, 3 предложения, аргументы, доказательства в пользу противоположной точки зрения, 2-3 предложения, свой аргумент, доказывающий несостоятельность противоположной точки зрения, заключение и так далее. Также дается сноска эссе, выражение собственного мнения и так далее. Да, такой раздел Exam Know-how есть про эссе как в 10, так и в 11 классе. Можно с этим поработать. Например, очень интересная часть, вот такая, подготовка аргументов. Прежде чем начать писать, поработайте в черновике, пользуясь следующим планом. Он поможет вам выстроить аргументацию, не отклоняясь от темы. Что я хочу сказать? Что я подразумеваю под этим утверждением? Что я этим доказываю? Могу ли я привести отвлеченный пример, чтобы, собственно говоря, подтвердить свой аргумент или контраргумент? Могу ли так, отвлеченный пример или конкретный пример? Итак, вот теперь познакомившись, то есть мы с вами проходили этот путь в течение 10-11 класса, знакомили наших учащихся с форматом задания ЕГЭ, решали его во время уроков. Кстати, сегодняшний наш вебинар еще направлен на то, чтобы успокоить вас, то, что вы точно подготовили своих учащихся, поскольку вы очень внимательно, тщательно прорабатываете задания в учебнике, привлекаете дополнительную литературу. Так, вот интересный вопрос. Вот интересно, если ученики не выполнят письменную часть и не справятся с говорением, он сдаст на минимум. Это о тех, кому рисуем тройки, а два в уме. Тем, кому мы рисуем два в уме, не стоит сдавать английский язык. Вот и все. Поэтому, собственно говоря, что о них и говорить. Вот пишет, хороший учебник, Millennium этого нет. Millennium это есть, на самом деле, я показывал, там есть Learn Strategies, посмотрите, но там подход, что это все будет на английском языке. Вот, можно комбинировать, просто брать что-то из happyenglish.ru, почему бы нет. Если будет обязательно, тогда подумаем, как с этим справиться. Может быть, двойку ведут назад. Вот, пишет, сейчас нужно больше внимания уделять разговорке. Поправьте меня, если я совру, но, по-моему, предварительная часть ЕГЭ, когда говорение сдавалось, уже прошло, поэтому сейчас уже 26 мая говорить о говорении нет смысла. Итак, целенаправленная подготовка в 10-11 классе ведется через элективные курсы или факультативы, или через уроки подготовки к ЕГЭ, это все зависит от учебного плана, как это у вас называется. Индивидуально. Не стоит их отрицать. Могут быть консультации, собственно говоря, вот ИГЗ, индивидуальные групповые занятия. Ну, в общем, по сути, это те дополнительные уроки, да, как их ни назови, на которых мы целенаправленно готовим учащихся к ЕГЭ. Они могут быть в идеальном случае в 10-11 классе, могут быть только в 11 классе, но тем не менее. И, собственно говоря, консультации. Основная задача, какая у них в них заложена, познакомить и дать возможность овладеть стратегиями успешного выполнения заданий формата ЕГЭ уже целенаправленно. Отработать стратегии в ходе выполнения заданий, да, чтобы они дошли до автоматизма. Но опять-таки, эта стратегия эти нарабатываются не посредством бесконечного количества выполнения заданий, а именно проработкой этих стратегий, осознанного подхода. Вот, вот у Екатерины Романовой, вот отвлекусь немножко в Самаре, собственно говоря, есть у учащихся замечательная возможность, поскольку международный институт два раза в год проводит пробный ЕГЭ для всех желающих. Собственно говоря, вот я думаю, что в каждом городе практически, особенно в крупных городах, стоит, собственно говоря, обратить внимание на вот такие возможности и пройти,
такие пробные экзамены, чтобы оказаться не в своей тарелке и ощутить это. Так, говорили, сдавали пробные основные экзамены 18-19 июня. Ну вот видите, как все меняется, даже не успеваю за этим следить. Но говорили, я вам советую, посмотрите, пожалуйста, у нас Алексей Васильевич, да, я с вами последний вебинар говорили где-то в декабре, даже точно могу вам сказать, можно посмотреть видеозапись, можно посмотреть видеопрезентацию. Уже, собственно говоря, максимум того, что можно было сказать, сказано. Психологически подготовить к экзамену. Да, собственно говоря, тоже и мысль, поскольку опять-таки экзаменом всегда выбирают немножко из колеи наших учащихся, чужие учителя, чужая обстановка, все не так, все не то, камеры сзади, камеры спереди, в общем, везде камеры, все не так. На самом деле, нужно подготовить их психологически так, чтобы они комфортно себя чувствовали в любой ситуации, находили какой-то свой личный дзен, и совершенно спокойно выполняли ту задачу, которая перед ними стоит, а это именно сдать экзамен. Типичные ошибки в ЕГЭ, как их избежать. Интересное пособие, вот последняя версия 2015 года, уже со сквозной нумерацией, немножко доработанная, отредактированная уже по последним минимальным требованиям, которые были в этом году введены, я имею в виду изменения. Вот, с помощью такого пособия можно очень хорошо готовить учащихся на таких элективных занятиях или индивидуальных групповых занятиях. Например, если мы говорим про раздел аудирования, каков авторский подход? Сначала дается типовое задание установить соответствие между высказываниями каждого говорящего и утверждениями, данными в списке 1.7. Да, собственно говоря, мы с форматом задания знакомы, поэтому на этом долго задерживаться не буду. Тут же выписаны типичные ошибки. Не менее определить главные мысли в вариантах ответа в аудиофрагменте. Выбор варианта ответа исключительно на основе формального сходства слов в вариантах ответа и в аудиофрагменте. Не менее определить синонимичные формы, незнание устойчивых словосочетаний и идиоматических оборотов. То есть вот эти типичные ошибки в таких формулировках – это для вас, поскольку такие пособия особенно хорошо помогают тем, кто либо не уверен в том, как он сильно готовит к экзамену, либо не готовил к экзамену ЕГЭ. Опытным педагогам это помогает… именно на тех пунктах, которые действительно важны. Вот. Как рассказать об этом учащимся? Показать на примерах. Показать действительно типичные ошибки вот на эти 4 пункта. Что идет дальше? Дальше идут задания тренировочные. Как мы можем заметить, хоть и раздел аудирования, но тем не менее, в первую очередь, задания идут на расширение лексического запаса. Это первое упражнение, это и второе упражнение, где нужно установить соответствие между устойчивыми и идиоматическими оборотами в левой колонке и их синонимами в правой. Да, то есть расширение синонимичного ряда. Также, что можно еще найти? Вот, например, второе задание, которое идет на аудирование, где нужно поставить true, false и not stated. Не менее вычленять, какие типичные ошибки идут. Не менее вычленять значимую информацию в аудиофрагменте. Не менее выделять главную информацию в вариантах заданий. Незнание синонимов общеупотребительных лексических единиц. Использование общепринятых представлений о выборе, о мире при выборе варианта ответа без учета содержания аудиофрагмента. Собственно говоря, это когда идет опора на свой собственный опыт, не подтвержденный, собственно говоря, аудирование. Когда мы что-то не слышим, мы пытаемся опереться на свой опыт. Вот
от этого нужно отойти. Есть еще такая распространенная ошибка, когда пытаются прослушивать по пунктам, какой-то пункт не находит, и все, на этом все стопорится. До конца аудиозаписи мы ждем, когда же прозвучит ответ на данный пункт. Поэтому сначала стоит прослушать, полностью понять общий смысл, выловить. И, соответственно, уже во втором прослушивании отмечать правильные или неправильные ответы. Я смотрю, разгорелся спор по поводу ЕГЭ. В следующем году, по словам самих разработчиков, Алексей Васильевич был вчера у них, формат ЕГЭ будет немного меняться, так что посмотрим, что же будет дальше. Итак, давайте посмотрим, что же у нас есть дальше, поскольку на сегодняшний день у нас есть ученики, которые 11 июня будут сдать письменную часть, 18-19 устную. Вот такое задание. Вы услышите интервью. В заданиях 3.9 запишите поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному варианту ответа. Типичные ошибки. Нерациональное использование времени, дающегося для прослушивания аудиофрагмента. Неумение определить ключевые слова в вариантах ответа. Неумение прогнозировать содержание аудиофрагмента на основе предполагаемых вариантов ответов. Недостаточно знания синонимов, неумение перефразировать. Предыдущий пункт по поводу прогнозирования. То есть сам вопрос очень часто, от самого вопроса можно очень часто спрогнозировать ответ. Любой вариант ответа на основе федерального формального сходства слов в аудиофрагменте и вариантах ответа. Или не проявить языковую догадку. Да, то есть тут как раз прогнозирование догадка – это то, что мы должны как следует. Пожалуйста, предлагаются упражнения, где нужно составить устойчивое словосочетание, разделить на категории слова и так далее. Если мы смотрим на раздел чтения, опять-таки та же структура. Сначала типичные ошибки, потом тренировочные упражнения. Да, это так разобран весь первый тест. Затем идет несколько тестов, которые вы должны выполнить самостоятельно, или уже как тренировочный. Но первый тест полностью разобран. Пишет, высказывать свое мнение может каждый, аргументировать и контраргументировать не каждый. Итак, еще одно задание, допустим, прочитайте пределы ниже текст, образуйте от слов и напечатанных заглавными буквами в конце строк соответствующей формы. Типичные ошибки. Неправильный выбор аффикса при выполнении задания на словообразование. Сложно этого добиться, но тем не менее попробовать стоит. Использование не той части речи в задании на словообразование. С этим можно бороться и достаточно успешно. Орфографические ошибки. Ну, еще проще, тоже можно с этим бороться. Если смотреть на письмо, может быть, самая частая ошибка, да, вот письмо, в принципе, они справляются с письмом. Они умеют его писать, им это знакомо по формату ОГЭ, но самая большая ошибка, и очень часто эта ошибка перерастает, собственно говоря, на все экзамены. Невнимательное прочтение задания идет, неполное выполнение задания, потому что невнимательно прочитал. Ошибки в оформлении письма, не соблюдая деление на абзацы по собственной инициативе, собственно говоря, отсутствие обязательных частей письма. Несоответствие количества слов указанному заданию, грамотность письма, орфография, грамматика, лексика. То есть, что нужно сказать? Можно тщательнее и внимательно прочитайте задание. После этого посмотрите на пункты, которые вы должны выполнить в той или иной форме. Вспомните про то, как правильно оформлять письмо.
И еще очень важно, это тактика. Опять-таки, наши учащиеся очень любят писать как курица лапой, очень неразборчиво, мучить этим нас. Мы вот, собственно, в этом участвуем, пытаемся это прочитать. Прочитать, по-честному, возможно. А, собственно говоря, что случается, когда это попадает в руки эксперта ЕГЭ? Вот представьте, вы эксперт ЕГЭ, у вас 55-я работа, не вашего ученика. Прочитать там ничего невозможно. Как вы думаете, все спорные моменты в какую сторону будут? В какую сторону, собственно говоря, насколько внимательно он будет читать? Он будет читать, собственно говоря, более внимательно, потому что ему нужно разобраться в этом. Чем внимательно читать, тем больше ошибок находит. Если наш учащийся пишет полупрописными буквами, разборчиво, понятно, с пробелами, у меня был ученик, который писал без пробелов. Но, слава богу, он не готовился к ЕГЭ, но тем не менее, это была каторга. И, собственно говоря, научите их писать достаточно разборчиво и понятно. Это расположит экзаменатора и, собственно говоря, поможет сдать экзамен как можно лучше, тоже входит в тактику. Тренировочные упражнения. Опять-таки, задание на true-false. Вот такой интересный. Писать письмо, вспомнить, как должно быть организовано письмо. Для этого посмотрите на схему письма, данные ниже, и соотнесите часть письма с нужным местом на схеме. Да, опять-таки, все подписано, можно соотнести, очень хорошо, наглядно запоминается, особенно для визуалов. Автор данного учебника – Костюк Евгений Семеновна. Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать, собственно говоря, по которым очень хорошо можно подготовить учащихся. Вот обложка. Да, чаще всего запоминается обложка. Можно его приобрести на englishteachers.ru с доставкой почты, также в книготорговых организациях. Посмотрите, я думаю, что спокойно найдете. Да, она там работает в Санкт-Петербурге, в ЛО-ЕРО. Итак, давайте посмотрим, собственно говоря, на самое сложное, это на эссе и какие типичные ошибки Евгения Семеновна выделяет. Неумение определять проблему в задании, непонимание коммуникативной задачи, высказывание своего мнения, несоответствие заданному формату, деление на абзац, отсутствие обязательных частей эссе. Вот, собственно говоря, те типичные ошибки, которые у нас чаще всего возникают. И, как мы говорили в начале, аргумент и контраргумент. Да, поэтому, собственно говоря, вот на это стоит обратить внимание. Чтобы понять 200-250 слов соблюсти, опять-таки, для тех, кто только присоединился, имеет смысл приучить их к тому, чтобы они примерно представляли, сколько их почерком занимает 250 слов на стране, на странице А4. Это может быть как вся страница из почек размашистой. Если он мелкий, это может даже доходить до половины страницы. Чтобы определять, сколько у них там слов. А уже после того, как написали, чтобы не отвлекаться на подсчет бесконечный, подсчитайте слова, чтобы уже точно удостовериться, что в этом этот пункт соблюден. Опять-таки, что очень важно, делить на абзацы. Вот есть 5 пунктов плана, пускай делят все на абзацы. Внимательно читают задания, разбирают его для себя и пользуются стратегиями, которые описаны, например, в учебниках. Идут тренировочные задания, опять-таки, аргумент и контраргумент задания. То есть, каждый пункт этого плана разобран на отдельные упражнения, которые очень хорошо помогают тренировать
собственно говоря, написание эссе. Вот еще некоторые, кстати, типичные ошибки. Неадекватный выбор, подбор аргументов, несоответствие количества слов, указанных в задании, неправильное или недостаточное использование логических связок, грамотность эссе. Собственно говоря, аргументы и контраргументы можно отработать и устно, можно отработать и на русском языке. Главное, чтобы был понятен механизм аргументации и контраргументации, чтобы все было понятно. Итак, какая дается стратегия? Прочитайте свои эссе и проверьте, все ли требования вы выполнили, удовлетворяет ли сочинение требованиям, предъявленным к объему, все ли части эссе присутствуют, абзацы, достаточно ли средств логической связи между абзацами, между предложением и внутри предложения, нет ли орфографических пунктуационных ошибок, нет ли многократных повторений. Единицы грамматических структур. Да, очень часто такое происходит и со взрослыми, и с нашими учащимися при устных выступлениях, когда мы какое-то выражение нам привязывается, как слово «паразит», и мы его все время используем. В потоке это могло быть. Собственно говоря, после того, как выполнили задание, выполните его и редактуру. Это то, что нужно объяснить нашим учащимся, чтобы они могли вот это... Опять-таки, почему важны синонимы? Чтобы они могли то выражение заменить на какое-то другое, без серьезного перестроения предложения уже написанного. А подготовку можно разнообразить. На самом деле, опять-таки, вспоминая про индивидуальные групповые задания, занятия, про элективные курсы, есть несколько книг элективных курсов, которые можно выполнять модульно, можно выполнять в течение всего года, например, пособие «Москва» Карина Степановна Махмурян, где можно найти, например, вот такой предмет. Пример. Read the six texts that list places to go out in Moscow. Think of an appropriate subtitle to each which summarizes the main message of the text. Compare and justify your answers. Вот, собственно говоря, еще один вариант того, как можно готовить к экзамену, поскольку нужно не... Собственно говоря, чтобы не было такого момента замыливания, да, когда вот одно и то же каждый раз мы приходим, выполняем. Можно использовать такие достаточно красочные упражнения, которые будут формата ЕГЭ, но на какую-то определенную тему. Опять-таки, со всех сторон это получается очень полезным. В этом помогают нам и книги Redup, в которых тоже очень много полезных заданий. Например, «What should you think about when planning a trip?» Даются пункты, которые нужно раскрыть, можно позаниматься. В 11 классе тоже есть в Redup интересное задание, например. Read the text and identify the works of art in the photos. Фотографии с заголовками, чтобы, соответственно, хорошо все это было проработано. Значит, что Redup, Redup и типичные ошибки в ЕГЭ — это Костевка Евгения Семеновна, пособие «Москва», «Москва», Карина Степановна Махбурян, всем очень хорошо известно. Какие еще средства подготовки? Давайте подведем итог. Да, какие средства подготовки у нас есть в арсенале? Это, конечно же, УМК. Без него никуда, и можно использовать очень много возможностей, заложенных в нем. Дополнительные пособия, типичные ошибки в ЕГЭ, как их избежать. Олимпиада по английскому языку. Также автор Карина Степановна Махмурян, есть такая книга. Зайдите в интернет-магазин издательства Tintel, englishteachers.ru, там есть плашка интернет-магазин, дополнительные пособия, все это там представлено, можно познакомиться поподробнее. Есть пособие «Санкт-Петербург», коллективный курс автора Ларри Луновой, который тоже можно интересно использовать для подготовки к ЕГЭ.
Redup очень хороший и интересный учебник. Да, на сегодняшний день до полной линейки не хватает только 6-7 класса. 8, 9, 10, 11 класс есть, 2, 3, 4, 5, 6 тоже книги написаны. Можно уже начиная со 2 класса готовить наших учащихся к экзаменам. Книги для чтения Redup, как я говорил, автора Василий Костюк. Итак, обучающие компьютерные программы к учебникам Enjoy English для 10-х и 11-х классов, новой версии, пожалуйста, в интернет-магазине можно приобрести с электронной доставкой уже через 5 минут после конца вебинара, где тоже есть задание, что интересно, есть функции проверки. Мы их уже не раз показывали, можно посмотреть по видеозаписям вебинаров, об этом писали очень много, поэтому об этом сейчас углубляться не будем. На мой взгляд, как говорил в начале, что стоит сделать на последней консультации, о чем поговорить, когда уже все сказано, все проработано, много тестов провешено, собственно говоря, когда мы уже очень много сделали. Итак, расскажите, как будет проходить экзамен, что будет в аудиториях? Как это все происходит именно с практической точки зрения? Объясните, вот спрашивают, Enjoy English, можно по этому учебнику готовиться? Да, конечно, можно. Авторы очень хорошо знают формат экзаменов и, собственно говоря, помогают, разработали много заданий и стратегии к тому, чтобы подготовиться успешно. Итак, расскажите про то, как будет происходить экзамен, как, что собственно говоря, как он проходит, на что не стоит вообще не обращать никакого внимания, какие у них есть права, что, допустим, если аудиозапись была не слышна, они могут подать апелляцию для того, чтобы не терять на этом баллы. Дайте установку. И они этому не учились. Покажите им это, чтобы вы, собственно говоря, с ними все проработали, что они сами все прорешали, что у них уже все понятно. Напомните им о том, что, ну, как у любого человека, они готовы, но есть сильные и слабые стороны, поэтому имеет смысл особо обратить там Пете на аудирование, Ане на чтение и так далее. Снимите последние переживания перед экзаменом, объясните им, внушите им, подскажите им, да, и обязательно это должно быть уже не в приказном тоне, а такая достаточно деловая беседа, что переживать перед экзаменом абсолютно бессмысленно, что не стоит решать 500 тестов за одну ночь перед экзаменом. Перед экзаменом нужно выспаться, ни на что не отвлекаться, собственно говоря, не разбрасываться по сторонам, не отвлекаться, не заниматься никакими дополнительными, отдохнуть, подготовиться, так как пишет правильно, моральная поддержка всегда необходима, и, собственно говоря, идти на экзамен со свежей, выспавшейся, не больной головой. Объясните необходимость отдыха непосредственно перед экзаменом. Да, как я говорил, что обязательно нужно отдохнуть, обязательно нужно выспаться, чтобы голова работала хорошо. Про шоколадку напомните перед экзаменом. Настройте на выполнение экзамена, на то, чтобы обязательно УКП для Minimum Learning English есть до 9 класса. В 10-11 классе можно использовать и Enjoy English УКП, либо happyenglish.ru.
собственно говоря, настройте на выполнение экзамена обязательно. Подготовьте родителей к экзамену, это тоже важно. Скажите родителям, что они не должны накручивать своих учащихся, не должны отвлекать, собственно говоря, своих детей от экзамена. Они должны дать им возможность и не давать опять-таки в какие-то игры, чтобы они именно отдохнули, настроились и со свежей, бодрой головой сдали экзамен. На этом, собственно говоря, все. Я вижу, вот есть радостные возгласы и приятные нам, что администрация школы сказала, работаем, учебник не менять. Если что, советую вам на эту тему посмотреть. Есть у нас ссылка на englishteachers.ru, на статью в «Комсомольской правде», в которой идет интервью с замминистра образования Третьяк, где говорится все то же самое, что мы вам много-много раз говорили, что особенно в условиях кризиса вы можете работать и дальше. Как быть с учебниками для 2, 5 и 10 классов для Enjoy English? Значит, 5 класс мы выпускаем, никаких проблем нет. 10 класс ищите в неторговых организациях. 2 класс мы тоже выпускаем, можно приобрести. Когда будет обновление джунгли для 7-8 класса, не могу сказать. Да, 5 лет можно работать. Она пишет даже о том, что если учебник способен пережить и 6, 7, 8, 9, 10 год, то можно заниматься дальше по нему. Вот, Мария Никифорова пишет, мы статью Третьяк показали администрации, убедились, что будем работать по Кауфману. Почему бы нет? Собственно говоря, если она сама ссылается на эти документы, то можно... администрации, это серьезный аргумент. Итак, собственно говоря, на этом у меня сегодня все. Если есть вопросы по, собственно говоря, сегодняшнему вебинару, я с удовольствием на них отвечу. Презентацию можно будет скачать завтра, пожалуйста, для вас. Она будет выложена на портале englishteachers.ru. Видеозапись также будет выложена. Используйте. Я желаю вам и вашим ученикам легкой сдачи экзамена. Надеюсь, что попадется. Да, спасибо большое вас также с наступающими каникулами. Сегодня уже практически... сегодня же день, когда закончилось, скорее всего, или заканчивается, собственно говоря, обучение всех учащихся. С этим я вас тоже поздравляю. Даю ссылку на код для скачивания сертификата. Показываю вам слайд справа. Обратите внимание, как его получить. И, собственно говоря, на этом у нас сегодня все. Вот, у нас каникулы уже недели. Завидую вам. Вот, честно, завидую. Но вы заслужили. Весь год работали по субботам, воскресеньям. Поэтому, конечно же, нужно уже отдыхать. Собственно говоря, желаю вам и вашим ученикам, чтобы вы легко сдали, чтобы попались легкие, собственно говоря, экзаменационные варианты, чтобы были хорошие у ваших учащихся экзаменаторы, которые будут морально помогать. Вот. И чтобы все у вас было хорошо. На этом все. Спасибо вам большое. До новых встреч. Всегда рад вам. Всегда очень приятно с вами пообщаться. Всего доброго.